стене соседей, ладно? Пошли. Ива, с днём рождения, наступающим! Чуть назад, прошу. Чуть-чуть, пожалуйста. Ну. Я вам подарю. Ну что, я не знаю, что подарить. Девку, давай, Дима! Нет, ничего подарить не буду, нет. У меня и так, из подарка 5 рублей. Чуть назад, я вас очень прошу. Я вас тоже люблю, но я понимаю, что вы хотите стать анорексичной девушкой. Похудеть. Но не сегодня, можно так? Ну вам же это. И все. Потом уже выбора не будет. Вы сами телевизор смотрите? Я надеюсь, что нет. Я не смотрю телевизор, ненавижу его, если честно. Хотя там меня показывают, ну ладно. Какой скромный. Ребят, честное слово. Вот вы молодцы. Вы знаете, мы всегда карантин такие. Вы такие, знаете, о, мы пойдем выпьем воды, там бар рядом. Ага. Ну, пожалуйста, чуть-чуть посвободнее, вас очень прошу. Передавили, да, уже? Какие бы неженки, а? А 4 концерта в день у вас бывает? Да! Я тоже об этом не говорю. Я еще могу воды вам предложить. Поделитесь, ладно? Дима! Дима!